Так, ну чё, сегодня воскресный денёк, поработал хорошо, много чего сделал с курятником, но еще не все. В общем, сделал дверь уже, эту стенку зашил, фронтон зашил, вентиляцию пробурил. Смотрите, что я с досками сделал. В общем, будет у меня вот такой курятничек. Вот еще сюда досочку нужно тоже пришить. Сделал сбоку гнезда, еще не до конца, правда. Здесь вот этот бок утеплил. Осталось его зашить. Надо срезать веревки, мешают. Вот так, все-таки что-то я подумал, ну, хватит два гнезда. В общем, третий зашил. Теперь покрасим его. Будет два гнезда. Ну, на 10 курей хватит. Так, здесь тоже все покрасить осталось. Вот, 1х6 прикрутили. Купили черенок для лопаты. Ну, лопату опять не сделал. Получается, черенок ушел на 6. Вот, еще надо купить, еще, не знаю, два штучки сделать. Еще. Вот туда этот. Это у нас уже траву посушили. Сено, чтобы гнезда положить. Здесь вот надо еще тоже дверцу сделать. Осталось. Вот. Все покрасить. Все здесь. Чик-шпингалетик. Вот, чтобы вот эту дырку. Чтобы здесь не дуло, тоже накручу здесь брусочек и резиночку, наверное, приклею, чтобы плотно прижималось. Ну и здесь сделаю на двери тоже так, как обналичку. Как обналичку. Я поеду куда-нибудь в этот бау-центр или что-нибудь там куплю. Ну, так вот выходит. Здесь еще ничего не делал. Здесь, наверное, просто покрасим. Здесь задняя сторона не видать. А вот это вот, где видно, сделаю, наверное, вот так вот. Вот издалека будет вот так вот смотреться. Его тоже обработаем какой-нибудь морилкой. Даже если что, напишите, чем лучше обработать. Ну, такая вот избушка на курьих ножках будет. Сейчас все надо идти мыться, весь он чумазый, как свинтус. Время уже вечер, завтра на работу. Погодка, слава богу, все у нас наладилось. Сегодня, вот видите, раздетый. Прям жарко было вообще. Весь сгорел, руки сгорели. Так вот. Так, сегодня пораньше приехал, давай перекусил, пошел вот доски готовить. Думаю, чтобы не на сарае прям их сразу обжигать, потому что за ними пенопласт, а думаю, предварительно на земле. И вот я вот так вот горелкой их обжигаю. Потом щеткой по металлу чищу. Но сегодня еще хочу попробовать на болгарку одеть щетку. Болгаркой почистить, как это будет выглядеть. Сегодня купил новый баллон, вчера вечером дожег старый там, но он уже давнишний у меня был, давно уже там последки были газа. Тут доска какая-то интересная, видите, как по-другому получается такой рисунок. Пчелка прилетела, лазит по цветочку.
как бы не цепанула меня сейчас, не наступить на нее. Так, ну что, вот я закончил эту стеночку обшивать. Вот видите, все обжегся предварительно, зачистил, потом зашил. Все, ящичек. Вот такой вот. Здесь положим сено, будут здесь нестись. Не знаю, маловат, не маловат сделал, но поместится-то здесь. Поперек что сядут. Все, вот такая крышка. Сюда лист гидроизоляции наклеил. Она не промокает. Все, здесь у меня вот петли. Под ней вот так вот поднимается. Тряпка битумная, то есть, я думаю, не должна она там переломиться. Сегодня еще здесь ее степлером прибью, чтобы не отклеивалась от деревяшки. Но она так вроде присосалась к ней. Сейчас еще тепло, она приклеится. Что у меня еще там сосед по ремонту квартиры, в общем, стеклопакет обещал мне, не знаю, даст, не даст, сказал, посмотрит сейчас, если он ему не нужен, отдаст. То есть я вот сюда еще окошко им врежу, чтобы вот с утра солнышко, видите, с утра сюда светит, чтобы им как раз с утра светило. То есть, ну, сниму две доски, выпилю. Вот когда будет у меня точный размер стеклопакета, я под него рамку сделаю и уже буду выпиливать в размер. Потому что пока не знаю, сколько оставлять, не знаю, какое окно будет. В общем, мне осталось только вот сюда дверцу сделать. Вчера уже не успел. Вот, ну. Дырка здесь под вытяжку есть, тоже трубу прикрутить. Надо хомутики купить. У меня нет хомута, чтобы трубу закрепить. И все, Надюха сегодня здесь покрасит внутри. Еще вот внутри покрасить осталось. В принципе, можно заселять. А, вот на шест еще тоже сделать. И можно заселять. А, блин, заселять еще вот здесь сетку и калитку надо сделать. Сетку и калитку. Калитку сделать надо столб сюда мне. Еще столб надо вкопать, чтобы приварить калитку к нему. Это все есть. Нужно время, чтобы сделать. Так, ну что у нас до заселения остается совсем чуть-чуть. Здесь все покрасили. Вот, все полностью. Все обработано. Остается окошко небольшое сделать. Не знаю, не придумал еще. Может быть здесь, может там. Вот, калиточка уже готова. Вот такая вот с сеткой. Еще вот туда сеточку добавить, чтобы не провазили. Я же вчера не успел, уже стемнело. Вот здесь такой порожек подлил. Кстати, можно как раз тоже вот это все повытаскивать. Опалубку убрать. А там она у меня прикручена. Чтобы никто не наткнулся, Рома, самое главное. Ну, вот, вот так вот. Все, закрываться.
Здесь вот все четко. Никто не пролезет. Вот, и встает сегодня низ зашить. Там зашить. И вот, вот здесь. Вот, и вот это место вот зашью сеткой. И все, можно, в принципе, заселять курей. Так уже остальное потом доделается потихоньку, что тут покрасить или надо еще досочки обработать. Здесь вот так вот выглядит. И все, можно покупать уже курей, цыплят, кого там, и заселять. Вентиляцию еще трубу, но это уже все в процессе, не мешает. Когда куры будут, уже можно доделывать. Я потому что не успеваю, пока на работе. Приезжаешь вечером, бах-бах, бегом-бегом. Вот вчера давай калитку быстрее варить, уже заливал, уже темнело. В общем, вот так вот. Все, сейчас погнали на работу, на квартиру. Нужно там делать. То скоро объект вобрал Дюрсо, туда надо будет ехать. Недели на две, наверное, у нас там как минимум. Может быть, чуть-чуть побольше даже будет. Ну ладно. Так, ну чё, друзья. Сеточка накручена, прикручена. Все снизу тоже. Даже кормушечку уже прикрутили. Но она пока там не нужна будет. Потому что они сейчас первое время все равно будут находиться здесь. Так, вот такое вот окошко на скорую руку пока сделал. Открытое без стекла. Потому что сейчас жарище стоит страшное. Они тут сдохнут. Вот. Потому что купим, они еще будут махонькие. А потом, когда подрастут, они будут уже на улице ночевать. Их никто не съест, ничего. Вот, все, калитка готова. Здесь, если что, им тоже зайти, выйти, готово. То есть для первичного приема гостиница готова. Все, вот здесь вот. Вот так смотрится снаружи. Еще, конечно, немножечко доработать придется. Еще стекло надо будет туда вставить. Да, окошко, может быть, даже еще побольше сделаю. Посмотрю, это я пока так на скорую руку быстренько выпилил, чтобы хоть немного проветривало там. Потому что дверь открытую не оставишь. Еще могут кошки съесть их. Вот, а так. Дверь закрыл, там закрыл, вот через окошко. И вытяжка там будет. Будут дышать они. Ну, здесь уже пауки паутины наплели, смотрите. Быстро они орудуют. Все, теперь в выходные поедем, купим курочек, начнем их заселять. Тут, конечно, такую позорную прикрутил, но тоже пока на скорую руку. Но они им пока нашествие не нужны. Ну, все, что временно, это постоянно, так, я думаю, останется. Ну, ничего, какая им разница, на чем сидеть. Здесь потом еще лесенку сделаю, чтобы они туда залазили. Или еще один на шест. Пониже. Чик, прикручу. Еще один. Все, чтобы они на первый, потом на второй, если надо, и надо, если на третий залезут. Так, ну, пока на ночь пусть проветривается. Ну, такой получился курятничек на скорую руку. Посмотрим его продуктивность, как все это будет в дальнейшем. Избушка на курьих ножках. Класс, да?